Добрый ранок. Добрый-предобрый ранок. Говорящая голова Валентины снова в студии. Видали? Солнце включено. Для вас включила. Да. А вы не мыте, не чесаны, да, вот там еще? Черти шо. Вставайте уже, прокидайтесь, приводьте себе до ладу и живите это життя. Вот так. Значит, Валентина вчера не выходила никуда. Не выходила. В соцсети не выходила, а так выходила. Первое. Немножко приболела, но я уже выздоравливаю. Второе. Дома дофига было работы. Мы все переделали с Любчиком, да. И третье. Мы ездили вчера купувати подарунок. Да, для Любчика. И завтра у меня именинник. Прикиньте. Я ему вчера выбирала подарок, да. Завтра увидите. Полезный, практичный, красивый, стильный подарок, да. Він буде радий. Він вже майже радий. Осталось тільки його вручити йому. Вот. Я завтра все покажу. Планы на день зарабатывать. Не работать, а зарабатывать. Не смотрите на меня, пожалуйста. Ага, я блогер. Зарабатывать. Вот. Пешкариком. Все, как я и хотела. Шаги нашагиваю. Энергию повышаю. Вот. Взгляды прохожих ловлю. Улыбку дарю. Природой любуюсь. Птички поют. Вот так. Травка зеленеет, птички поют. Вот так. Вот. Вам хорошего дня. Прекрасного настроения. И не теряйтесь. Я вот не потерялась. По поводу дня рождения моего Любчика. Поздравлять будем дома. Завтра придут у гости семейство Гуртових и семейство Вьюнових. Да, почетные гости нашего застолья. Welcome. Вот. Шика пира не будет, потому что Любчику воно не треба, знаете, ему так повезло, у него шик, праздник и фурор каждый день, это я, вот, поэтому Любчику, вот, знаете, что-то эдакое, вот, ему просто повезло, вот просто повезло парнягину, вот, поэтому скромный, тихий семейный ужин, да, я вчера купила обалденную скатерку, да, кому шо? А Валентине скатерку надо было купить. Вот, на праздничный стол. Готовить много не буду. Так, по чуть-чуть. Всего потрошку, я скажу. Вот. Подарок приготовила. Правда, у меня праздничного наряда нет на завтра. Не знаю, в чем это встречать день рождения мужа. Но я что-то придумаю. Вот. Поэтому сегодня будут подготовительные работы. А завтра будет у Любчика свято. Так. Не переключайтесь. Я вам все покажу. Если не забуду. А то начнут опять. Не снимайте меня, не снимайте себе, не снимайте вот то, не снимайте все. Уже все. Товарищи родственники, уже пора привыкнуть. Все. Валентина блогер. Я сама себя убедила в этом. А вас так тем паче убедю. Вот. Поэтому заранее предупреждаю все гости, которые дадут согласие на праздничный стол прийти поздравить Любчика, автоматически дают согласие на съемку. Так, уже пора привыкнуть, все. У Валентины вот такие закидоны. Вы слыхали, какой у меня голос? Завтра приедет Манюнька, дитинка. А я вот, я сегодня лечусь, я лечусь. Спасибо моей зрительнице Ирине, я все сделала. Я все сделала, но кашель у меня все равно немножко есть. Не так, чтобы критично, но присутствует. Но до завтра будет еще лучше, вот. А если надо, я вообще одену ватно-марлевую повязку. Вот. Чувствую хорошо, температуры нет. Единственное, горлышко болело и немножко подкашливаю. Не знаю, зачем вам эта информация, но у меня, знаете, вот этот поток идет. Уже слухайте. Все, погода шикарная, как сказал мой дядя, царство небесное, займи, но выпей. Погода шепчет, займи, но выпей. Фу, мне уже жарко, представляете? Я такой шаг, такой темп взяла, что я уже вспятнила. Все,
побежала на работу. И вас отвлекаю, и себя вот это. О, я спасена. Сейчас я нарушу, меня подберут. А, тандеметалл подберет меня. Подождите, я буду нарушать. О, Господи, Боже мой, как скучно жить на свете, говорила она. Тогда, как на самом деле, каждое мгновение жизни для нее было исполнено трепетной радости. Любчик, это все про меня. Любчик, девушка, в которой жизнь бьет ключом, романтичная, увлеченная мыслями о любви и обо всем, что несет с собой любовь. Когда он смотрел на нее, ему казалось, что он видит полнейшее совершенство. Полнейшее. Любчик, слухай, какое могла бы создать природа, если бы попыталась сотворить нечто физически идеальное? Любчик, ты слушаешь? Да. У него мелькнула мысль, что в скором времени какой-нибудь счастливчик женится на ней и увезет ее с собой. Но тот, кому она достанется, вынужден будет удерживать ее обожанием, тонкой лестью и неослабным вниманием. Отак, Любчик, це майже про мене. От що важніє от в тому телефоні, чим я? Ти як сама сидиш в телефоні, вспоминай про це. Все прям обо мне. Любчик, я просила убрати задній фон. Я просто хотела, Любчик, убрати задній фон. На метро просто хотела. За 3,50. Любчик, все. Финита ля комедия. Валентина читает же книжку. Валентина до 4 часов работала. А потом сказала, все, я хочу читать. Я почитала. Любчик, выкинь телефон, пожалуйста. Ты завтра именинник. Любчик тоже заболел. Приболевший. Любчик, давай закрываться, едем до дома. Все. Все. Я ухожу в мир домохозяйки. Я вот сначала сказала, нафиг там всякие кафе и т.д. и т.п. Я все сама приготовлю. А сегодня у меня нет сил. У меня нет сил, а мне придется готовить. Все на моих хрупких плечах, Любчик. И на твоих тоже. Блядь, и задолбала вот эта сирена. Целый день орет, зараза. Ты тоже будешь вечером работать. Мы будем вечером работать. Да, Любчик? Выкинь твой телефон. Мы поехали до дому готовить еду на завтрашнее свято. Любчик, свято є? Ми поїхали купимо. А, ми поїхали купимо продукти. Щоб було що готовить. От, щоб було що готовить. Бо завтра у Любчика день народження. От так. Аня! Сіська негра. У мене тор не виходить. Аня каже, жопа негра. Говорить, ні, сіська негра. Що ти взимаєш? А у тебе що, какашки негра? Вообще понос. Все кулинарки, блин. Короче, он что-то не так поднялся, как должен был. Давай так подарим. Ань, сюда свечку втыкнем. Сиська негра, это умереть не встать. У меня должна была выше подняться. А мне он вообще разваливается, в этой части. Его поднять невозможно. Да у тебя все нормально. Ну и что это за шедевр? Сейчас буду выкручиваться. Видали? Сиську негра. Новый рецепт, если что, Валентина, да, новый рецепт. Че у меня такой корж маленький? Бента-тортики, блин. У нас бента-тортики будут. Лянь, давай крему так нанесем. И это. Давай соединим бутер. Так, кто не верит Валентину, я выкручусь. Я выкручусь сейчас. Завтра увидите шедевры. Чуть-чуть
просто творческий процесс, когда не получается. Дуся, с любовью. И вдруг... Аня, ну ты же девочка. Будущая хозяйка. Хорошо, что папа этого не видит. Ань, хорошо, что папа этого не видит. Эстетичнее, пожалуйста. Аня, ну будет же шедевр, правда? Ну должен же быть. Небрежно так. Аня! Давай, с любовью. Готовим с любовью. Вспоминай этот кружок очумелые ручки. Лепку. Ты хоть... Не, это видно, что ты ходила на лепку в детстве. Сейчас налеплю. Так. Ты вообще ходила на кружок лепки. У меня лепка была на дереве. Сейчас я вот так на дерево. Так, ладно, удачи нам. Мы у процессе. Что здесь происходит? Здесь творческий процесс. Мы готовимся. Дотя делает тортик. Я уже сделала. Любчик, а может так и оставим? Давай, знаешь, как... О, горячо, горячо, горячо. Давай это, знаешь, как говорят у Тома? Смотрим и учимся. Любчик, давай ставим. Мы даже название придумали. Сиська негра. Мы такого еще не ели. Оно не похоже. А на что оно похоже? Похоже. Аня сказала, сиська негра. Боже, так обозвать торт, ну. Любчик, ну он же будет вкусный. Он же будет вкусный. Я обещаю. Я обещаю.